Дмитрий Николаевич, президент в своем обращении к народу и парламенту говорил о том, это был один из его ключевых тезисов, что налоговый кодекс Беларуси должен быть простым и понятным как бизнесу, так и простому человеку. И он должен стимулировать экономическую активность, а не заставлять бизнес искать лазейки, как уйти от налогов. А те изменения, которые сейчас вынесены на общественное обсуждение, насколько они соответствуют этому посылу? С учетом того, что в работу были вовлечены практически все представители всех субъектов, да, которых касается непосредственно налогового законодательства, было предоставлено также право и простым гражданам через интернет, через сайт Минфина направлять обращения. Я полагаю, что все-таки нам в рамках формирования этих новых предложений удалось выполнить основные требования главы государства, которого он озвучил, те новые требования к налоговому кодексу, и в новом проекте их закрепить. То есть в новом проекте наше налоговое законодательство будет проще и понятнее? Оно будет проще и понятнее, оно будет более кодифицировано хотя бы за счет того, что мы, например, так применяем такое новшество для налогового законодательства, как термины определения. То есть если у нас по действующей редакции кодекса он оперирует определенными терминами применительно каждому налогу, то мы в новом проекте кодифицируем все термины определения сразу, да, чтобы плательщик... То есть, чтобы исключить разночтение? Да, чтобы исключить разночтение, чтобы потом по тексту у нас не было отсылочных норм, чтобы мы не повторяли какие-то нормы. Да. Вот это упрощение восприятия налогового кодекса. Плюс мы заложили достаточно серьезные подходы, даже и сосредоточились в первую очередь на упрощении налогового администрирования, как для плательщика, так и для налоговых органов. Это вопросы, актуальные вопросы, которые бизнесом обозначались, которые важны для либерализации предпринимательской деятельности, для определенности в области налогов. Да. Это вопросы приостановления операций по счетам, вопросы обращения взыскания на дебиторскую задолженность, вопросы проведения проверок, вопросы защиты прав плательщиков, там, регламентации их, четкой регламентации их обязанностей. И в целом рабочая группа, все решения принимались на то, чтобы для бизнеса эти условия стали лучше и понятнее. Наверняка же есть прогнозы, расчеты, оценки, если эти новшества в налоговый кодекс будут введены и начнут действовать. С бюджетом что будет происходить? Он будет собираемость увеличиваться, останется на прежнем уровне? Ну, мы прогнозируем, что все-таки собираемость налогов у нас будет расти. Да. Но опять же, это за счет не фискального фактора, да, который я говорил, мы постарались его исключить в новой редакции, превалирование этого фактора, а за счет того, что для плательщиков будут более понятные правила. Да, и у них появятся новые инструменты, по которым, например, они, имея налоговую задолженность, могут продолжать свою обычную деятельность, и предусмотрены такие механизмы отсрочки погашения этой задолженности, чтобы помочь справиться во времени с этой ситуацией, а не сразу арестовывать счета плательщика и предъявлять к нему какие-то штрафные санкции. И наряду с этим заложены отдельные инструменты, которые там в ряде случаев для конкретного плательщика все-таки приведут к снижению налоговой нагрузки. Какова дальше процедура, каков механизм? Насколько я понимаю, осенью кодекс будут рассматривать в парламенте, а затем... 1 сентября он должен быть внесен на рассмотрение главы государства, то есть в администрацию президента, откуда он уже будет приниматься решение либо его доработать в какой-то части, либо направиться на рассмотрение в парламент. И, соответственно, уже на осенней сессии парламента вместе с пакетным принципом законом о бюджете на следующий год парламент будет рассматривать и налоговый кодекс. Если все пройдет так, как вы планируете, то по новому налоговому кодексу мы начнем жить с... С 1 января 2019 года.